Всем привет, друзья, меня зовут Флоки, и добро пожаловать на новенький ролик. Сегодня я бы хотел вместе с вами поиграть, в достаточно, наверное, интересную игру. Помните, я записывал Зик зомби в городе, многим эта игрушка зашла, я там даже как-то собаку купил, но, увы, у меня там были какие-то проблемы, какой-то баг был на локации завод, и после того момента я не смог продолжить. Но сейчас у разработчиков этой игры вышла новая такая версия, которая называется Survival, и она Early Alpha. То есть только-только самое начало. Вот, Зик Survival, все коротко, ясно, Зик выживший. И, в принципе, мы, наверное, с вами сейчас попробуем, посмотрим, что из себя эта игрушка представляет. Но она выглядит как Last Day примерно, стратежка такая. И, в принципе, все будет в таких вот блоках, такой вот стилистике блоков. И, в принципе, многим это заходит. Мне, в принципе, тоже не особо как-то противно в это играть. Выглядит, в принципе, неплохо. Я подумал, почему бы не поиграть в игрушку от разработчиков той игры, в которую я играл. Уже давным-давно она зашла. Сейчас немножко по-другому они сделали. И вот еще одна игра. Вот так вот я, в общем-то, сделал выводы и подумал, типа, будет интересно. Плюс к этому стилистика, в принципе, похожа на Last Day. Может быть, даже многим понравится. Но пока что идет достаточно долгая загрузка. И мне показалось то, что игра у меня лагает. Но сейчас мы все проверим, посмотрим, что к чему, что как вообще. И надеюсь то, что все будет окей. Но загрузка действительно достаточно долгая. Я вот жду. Из камней и дерева можно сделать простой топор. Ну, спасибо. Этот совет, конечно, мне пригодится. Но я, наверное, на паузу поставлю. И как вот только все у меня это загрузится, мы уже продолжим. Окей, ребятки. В общем-то, очень странно, но мне пришлось эту игру запускать на другом эмуляторе. Прикиньте, вот такая вот жесть бывает. Так, в принципе, очень смахивает на этот... Как же называется эта игра? Я забыл совсем. Ну, с динозаврами очень захайпилось тоже в свое время, блин. Ай-яй-яй-яй-яй, с онлайном еще. Черт, давай, думай, голова. Не помню. Короче, ладно, поехали настраивать управление. Серьезно, забыл уже, как называется. В комментах можете не писать, я все равно потом 100% вспомню. Да я еще и помню, как она называется. Просто действительно что-то вообще забыл. Ну, то есть я помню эту игру, знаю ее. То есть можете не подсказывать. Все равно как-нибудь я разберусь. Так, а где стюардесса? Стюардесса, ты АХЗ, где, бро? Так что, о, бита. Черт, а тут что? What the fuck, motherfuck? Что происходит? А для атаки? О, тут, блин, самому надо управлять. А, я понял, в чем вся тема. Кровь, ну да, бро, кровь. А что такого? И что? А, подожди, мне нужно здесь ударить. Нужно ударить сильнее. А как? А, типа, я должен направить и так сильно, что прям совсем бэньк, что-то хрустнуло. Давай еще разок. Бэньк. Все, побежали. Так, идем дальше. А, так, а где вообще все... Черт, зомбари, ох, сколько их. Что делать? Так, поехали. Капец, их очень много. Бэньк. Сейчас супер размахнусь и всю толпу. Бэньк. Еще раз. Бух! И последний. А, нет, еще их дофига. Так, ладно. Ой, только не теряй хпшку. Так, что происходит? Самолет. Я должен упасть. О, черт, я падаю. Fucking bitch. Так. IO Games. И о, Зик выживший. А, это типа такая у нас начальная заставка, да, была? Окей, окей. Генерируем землю. Ух, офигенчик. Боже ж ты мой. Это реально годная игра, как я и думал. Так, что у нас тут? Похоже, еще жив. Кто-нибудь помогите. Ты в порядке? Говорите вы человеку в луже крови. Блин, вот это реально разрабы жестко подметили. Я ученый, мне срочно нужна помощь, кашляет кровью. Тут где-то должна быть аптечка рядом, скорее. Так, вы решаете задушить бедолагу, чтобы не мучился. Я поищу. Так, найти аптечку. Ну давай. Так, что у нас тут? Давайте залутаем эту всю тему. Так, взять все. Пригодится, мало ли. Так, тут у нас. Взять все. Но аптечку я еще не нашел. Парень умер. О, аптечка! Идем сюда, быстро поможем парню. Да, нашел. Спасибо, ты спас мне жизнь. Так. Что с вами случилось? Откуда тут столько матрасов?
Наш отряд был отправлен на склад матрасов, нашим ученым, неженкам стало тяжело спать на полу. И вдруг бабах, кто-то нас атаковал. Атаковал, говоришь, вы вспоминаете, как кусок вашего самолета падает на ученых. Ага. Так, а ты случайно не видел, как и кто на вас напал, а то я всего лишь... А то я все лишь смутно помню. Нет, не видел, я тут вообще мимо проходил, не стоит ему знать о том, что это, по сути, вы раздавили их группу. Давайте наврем ему. Да? Ну ладно, слушай, тут становится холодно, а у меня, похоже, повреждена спина. Не мог бы ты развести костер? Уверен, вокруг есть обломки дерева. Хорошо, я попробую. Ну, в принципе, поехали. Лучше брать задания начальные, они мне очень не помешают, так скажем. Так, это я уже лутал. А мне место приземления обнаружено. Так. А, передвигайте отмычку. Затем подбрасывайте... Понял. Так, передвигайте отмычку. Потом подбрасывайте. Так. Фиксируйте их, когда они будут на уровне линии. Так, черт, а какой линии-то? Подожди. Не понял. Черт. Я фигово в этом пока что разбираюсь. Одна отмычка у меня. На какой линии-то они будут? Подождите-ка. Сейчас. Оп. Ага, вот. Все понял. Подбрасываем. Отлично. Сюда. Самое главное не затупить, потому что это последняя тема. Хоп, отлично, я открыл. Что у нас тут? Вау, неплохие вещи, я соберу. Идем дальше. Так, эту могу тему залутать. О, топор, еще одна аптечка. Неплохо, здесь мы навариться можем пока что. Так, что еще-то с тобой случилось? Черт побери, я же тебе только что помог. Помогите, че? Ученый повернулся на могу и уставился на вас. Кажется, ты упоминал ученых, а где мне их искать? Бр, костер бы развел лучше. Ой, его трясет от холода. Где дерево-то найти? Так, может быть, это как-то добыть можно? Да подожди, не умирай ты. Подожди, у меня, может, в инвентаре... А, у меня же есть дерево, черт. А, так, рецепты. Факел только есть. А я факел вот могу сделать. А костер никак. Но у меня факел уже и так есть. Так. Тогда. Ну, факел вот я в руках держу. Но ему от этого явно теплее не станет. Так. Где же мне найти-то тогда? Я вообще хз что-то. Как он там сказал-то? Строительство. А, вот. Так, иди сюда, поближе к этому чуваку. А, мне нужно дерево и камень, черт, а у меня всего не хватает. Да блин, я понимаю то, что тебе фигово, но у меня ресов что-то нет. Я пойду поищу, сейчас приду, погоди. И мы тебе, в общем-то, поможем. Так, вот тут вот что-то валяется. Камень, неплохо. Тут еще вот камень. Сейчас соберем. Ща, друг, только ты там не помирай, пожалуйста. Я постараюсь сделать все, что смогу, чтобы тебе помочь, в принципе. Эй, зачем драться-то? Надо собрать тут. О, здорово. Ух, фак. Здорово. У, жесть. Давай, вали его по фасту. А то хп что-то мне дофига снял. Так, соберем. Мясо зомби, ткань. О, бегать стал. Угольный камень. Но мне такой не нужен. Так. Факел сломался, черт. Ну, было классно его юзать на самом деле, но он сломался. Так, зомбятинка еще. Давай размахнемся. Камон. Кто огребает? Ты огребаешь. Так, камон. That's so good. И, в принципе, лутаем. Мясо зомби. Блин, нужно дерево, что ли? Так. И чё? Блин, походу, поехал я. Топор сюда ставлю. Сюда тоже его. И поехал добывать. Чё, работаем? Так. Ох, сколько дерева, черт. Бомбезно просто. А это что такое?
Так, о, заберем тоже. Неплохо. Отмычкой надо поработать снова. Так, место крушения. Ай, блин, я лоханулся. Так, все, отмычки закончились. Блин, я так жестко лоханулся. Я что-то не на ту часть экрана нажимал. Из-за этого я затупил там, короче, и все. Не так, как надо пошло. А так, ну вот то, что он бегать начал, это меня уже радует. Потому что до этого, пока он ходил, это было фигово. И очень медленно. Так, тогда мне нужен камень сейчас срочно надыбать где-нибудь. Ага, вот у нас камушек еще. Но у меня его было явно меньше, чем дерево, так что 8 штук как минимум мне нужно было, я помню. Так что давайте добываем дальше. Вот вижу, и, наверное, все. Этого будет достаточно. Так, вот еще последний кусочек. Ну и все, побежали, сделаем костер, костер рядом с тем ученым. Так, день получается, все хорошо. А где он только был-то? Я вот не помню, я его потерял уже. Карта, 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 карта. Как она, как тут вообще, где она? Я не знаю. Так, вот карта. А, ой, блин, я вообще не туда пошел. Фигово. Ладно, возвращаемся. Как я так вообще прошел-то далеко? Сам что-то в шоке. А, вон у меня же показывается, куда надо бежать, блин. А я что-то даже не замечал. Ладно, побежали. Сейчас поможем этому ученому. Так, волк что, недружелюбный, что ли? Ну, пофиг, мы от него все равно уже ускакали. Ты живой? Ой, жив еще. Дружище, живи, пожалуйста. Ой, тут еще на меня гадина. Так. Ой, дикий волк, иди к черту. Давай, бей его. Бэньк. И мяско. Так, быстро строительство, залетаем, делаем костер, чтобы этот наш дружбан не умер. Поставить. Так, все, все ок. Че еще-то? А, ученый сейчас в бункере, я не смогу тебя провести, но вот тебе координаты сообщи, где, типа, где он. И да, вот мой револьвер, он тебе пригодится больше, чем мне, спасибо. У-у-у, топчик. Похоже, поблизости есть база ученых. Это какой-то военный бункер. Стоит разыскать его. Отмечено на карте. Ну, побежали. Так, у меня очень мало хпшки. Мне надо восстановиться, наверное. А то я потом забуду. Так, все. А лечение? Ну, давайте используем. Че, восстановить? Ой-ой-ой, это совсем прискорбно. Так, это сюда, это сюда. Это мы оставляем. Потом я факел возьму, чтобы тоже светило немножко. Аптечка 80. Так, вода минус... Блин, я, наверное, на костре сейчас себе еды замучу. Почему бы и нет? Так, костер. Так, и чё? Оно будет готовиться как-нибудь? Или чё? Мне бы мясо, мужики. Давай, пошло, пошло, пошло. Работаем, работаем. И чё, как вообще? Как вообще с ним быть-то? Так, ладно, тогда я консервы пока скушаю. Да хватит уже, а, издеватель. Чё с тобой не так-то? Чё-то орёт, орёт вечно. А, я полежу, не обращаю внимания, но всего лишь буду кричать «А-о-и» и умирать. Так, ну используем. И воды тоже попьем. Ну, в принципе, все, по хпшке все хорошо, я погнал тогда. Давай, ты пока оставайся, я тебе там дерево оставил в костре. Так что, думаю, не помрешь там от холода. Так, возьму, наверное, револьвер. И эта тема мне очень даже пригодится. Ну, очень прикольная игра. У-у-у, черт. Дац военный бункер, и это очень четко. Так, там у нас волки. Здорово, мужики. А, он пытался попасть внутрь. Ну да, пытался. Здравствуй, незнакомец. Ты то нам как раз и нужно. Раздается голос из громкоговорителя. Подождите, кто там внутри? М, привет. Подожди, 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 на меня тут нагоняют. Так, все, дикий волк, минус. Отлично. Ой, у него прочности так мало, черт. Так, ладно, что тут там? Так, М, привет. Мы на данный момент испытываем нехватку опытных образцов. Для нашего исследования не мог бы ты принести нам 5 кусков мяса зомби? Вероятнее, что-то атаковало наш отряд внешнего исследования, они не выходят на связь, поэтому нам нужна ваша помощь. Кажется, я видел ваших ученых по пути сюда, они все погибли. О нет, какая досада, мы еще надеялись на лучшее. Что с ними случилось? Вы видели, кто виноват в их гибели? Так, соврать. А, жаль, что так вышло, тем не менее, вот вам награда за доставленную информацию. Надеемся на вашу помощь, теперь вы наша последняя надежда. Хорошо, я помогу. А, мясо зомби, хорошо. А тогда мне нужно сейчас взять... О, нифига себе, мне кувалду дали. А, это я скрафтить могу? Нет, мне это не надо. Мне нужно в инвентарь. Все.
И вот мы возьмем эту оружку. Все, поехали. Зомбарей, давай, налетаем. Я весь в вашем распоряжении. Ой, иди в жопу, волк. Я весь в вашем распоряжении. Но только где вы все, я черт его знаю. Сколько у меня мяса-то этого? У меня мясо зомби 2 штучки. Я-то думаю, что оно не готовилось? Оно же зомбятина. Понятненько все с этим делом. Так, зомби, зомби, зомби. Где вы? Здесь вообще какие-то залежи, блин, полнейшие. Дофига так и дерева, и всего. А вот этим он будет добывать, кстати? Так. Камень с металлом. Ну, прочность у меня уходит, но что-то ничего не добывается. Ну, топор я свой тратить не хочу. Он не особо что-то хочет как-то добывать. Камень топором. О, утро настало. А, и дождь пошел. Жестко. Ой, нифига. Что-то я пошутил насчет утра. Не особо-то это и утро. А где все зомби-то, я понять не могу. Здесь еще вода какая-то нашлась. Блин, жестяк четко игрушка. Вообще позалипать можно долго. О, лутаемся. Что у нас тут? Траву-то зачем мне? Лечебный цветок собрал. Взять все. Так, что это у нас? Ой, тут еще тоже что-то обвалилось, что ли, я не понял. Че, топово? Ну, топово не то, что тут обвалилось, а то, что здесь лутец есть для меня. Вот это меня радует, конечно. Так, тут у нас что? О, вода, ткань какая-то. Здесь вообще так-то неплохо, вот этих вот всех завалов, развалов. Это мне, в принципе, очень даже может помочь. Но там какой-то костер снизу. Там случайно никто не живет. О, там что-то залутать можно. А, это камень. Ладно. Обойдем. О, тут еще какая-то тема. Вот что это такое зеленое? Не пойму я что-то. Ой, отмычка. О, у меня есть одна, черт. Поехали. Так, найс, идем дальше. Поехали. Хоп. Идем дальше. Поехали. Хоп. Ух, блин, нифига себе. Чем дальше, тем сложнее. Отлично. Открыл, что у нас? Ух, здесь бита. Я взял все. Идем дальше. Так, 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 так. Ага. Подождите-ка, это не начало ли? По-моему, я тут бывал. Откуда здесь... О, тут пожар. Но я могу открыть. Давайте пробуем. Отлично. Еще разок. О, топенько, топенько. Ага, я сломал одну отмычку, я понял. Сложный замок. Вот это вот место предпоследнее, оно самое тяжелое. Серьезно, я что-то не ожидаю, что там так быстро все. И постоянно туплю. Так. Ага, успел. Наверное, еще сложнее. А, все, открыл. Топово. Ну, такой себе ящик, на самом деле. Ну, ладно. Ничего страшного. Но я зомби ищу, в принципе. Но что-то у меня факел заканчивается, а зомби не находится. Так, ты давай не дерись-ка. Это лишнее, как я думаю. О, тут еще одна тема. Давайте. Сегодня, блин, серия такая взломов прям жестких. Хоп. Отлично. Идем дальше. Успел. И Ой, уже последнее. Все. Изи. Что-то сломалось. Ну да, в принципе, это не что-то, а факел, без которого ты вообще нифига не видишь, черт возьми. Кромешная тьма просто. Так, и чё? Кажется, я что-то слышал. Чё ты слышал-то? Музон запел. Ого, вот. Ладно, убил. Отлично. Мясо зомби. Камень. Камень, камень, камень-то нафига? Мясо зомби только. Трава. Где еще зомбари? Я вас жду. Давай по одному, ребят. Что за музло? Откуда оно? Перестало. А там поет. А, нет. Ну все, пропало. Песенка пропала. Недолго она длилась. Так. Блин, вообще что-то зомби не попадаются. Когда не надо, их полно. Когда надо, вообще что-то ноль. Так, блин. О, утро, утро. Ой-ой-ой, наконец. Чё? Загрузка. А, все окей. Утро, наконец-то. Это топчик. Мне теперь нужно зомбарей искать. Утром хотя бы хоть что-то видно. А не такая прям жесть. Темно-темно прям. Так, ну может быть здесь где-нибудь. Ну, что-то волков я... О! О, это зомбарь! Черт, а я думал, это какой-то дружбан. Так. Двоих. Вау! Как это было топово!
Причем они между собой там начали драться, что ли, что-то такое. Так, сразу урон. Слабый зомби, ну все. 5 же кусков у меня мяса уже. Все, погнала к тем чувакам. Дерево, че он так кричит-то? Как будто бы никогда в жизни этих ресов не видел. Сумасшедший, что ли? Так, надо потом будет к тому чуваку вернуться. Бип-бип. И снова здравствуй. Эй, я принес вам мясо зомби. Ох, слава Дарвину, ты справился с этой тривиальной задачей, и мы можем продолжать спасать мир. А ты теперь можешь зайти к нам в бункер. А что насчет награды? Награды, неужели тебе недостаточно просто участвовать в спасении человечества? Эх, ну ладно, вот твоя награда. Спасибо. Так, ну что, погнали, что ли? Я в бункере. Здорово, ребятки. Че, как дела? Этот охранник выглядит подозрительно. Задания есть какие? Это тебе к Анжелике. Вон она, за столом. Ясно. Привет, а ты кто? Иван Меняйло. Есть что на обмен? Есть. Вам протягиваю список возможных сделок. Отмычку за 3 мяса зомби. Блин. Я вот только не знаю. Воду за 20 дерева. Это я у него получаю отмычку за 3 мяса зомби? Ну ладно, у меня все равно пока что не особо много. Так, Анжелика, здорово. А ну вот мы и лицом к лицу. Тебе оказана великая честь. И к слову, у меня для тебя новое задание. Да, и какое же? Пожарить все то мясо, что я принес? К чему такой сарказм? Но нет, мы получили данные, что где-то неподалеку упал пассажирский самолет. Неужели? Так вот, на нем летел один из известных биологов. Нам необходимы его документы. Возможно, он продвинулся в исследованиях. Мне что, искать какие-то бумажки в обломках самолета? Это не какие-то там бумажки. У него могли быть крайне важные сведения. Хорошо, я поищу. Так, ладно, поехали. Короче, прикол в том, что эта игрушка смахивает на Last Day. Стилистика здесь немного другая. И еще здесь есть сюжет. Это очень круто. Так, это что за раздолбанный пикап? Намеки на Last Day? Не знаю. Ладно, погнали. О, зомбарь. Камон. Я тебя должен убить. Бейнг. Чук-чук-чук. Офигенно. Так, идем дальше. Бежим аккуратненько. И никого не трогаем. Ну, зомбарей здесь не так много, в принципе. Так что пока что бояться особо нечего. А тот парень-то что, жив, здоров? Как у него там дела-то? А, это другой самолет уже. А я что тут уже лутал эту тему, по-моему. А, вот, этот ящик я не лутал. Его вообще, по-моему, тогда не было. Либо чё? Эй. Чё его так тяжело? Чё-то эта фигня появляется и пропадает сразу. А, вот, всё. Ой, здесь с отмычками, чёрт. Это будет очень потно. Так, идем дальше. Блин, я боюсь то, что я не смогу справиться с этой темой. Вот здесь вот нужно быть супер аккуратным. Отлично. И вот последнее. Хоп. Все, открыл. Документы, мне бы поесть. Сейчас, бро, блин, точняк. Я что-то тебя давно не кормил. Так, у тебя же есть консервы и вода. Все, топчик. Так, ладно, погнали обратно, мы, в принципе, эту миссию выполнили. Эй, а что за фигня? Ты что, их не взял? У тебя места, что ли, не было? Блин, походу, да. Походу, рил, места не было. Это забавно. Так, нет, он взял, почему он... Подождите. Вот же, документы у меня. Использовать. А, нет, подождите. Ну все, я забрал. Погнал обратно тогда. Походу, здесь просто залагало. Я погнал. Так, здесь что? Что тут такое? А, нет. Вот, кстати, хотел посмотреть, что это за зеленая штука. И что-то не показывается, что это такое. Ладно, сам хочешь, гадай, блин. Окей, я понял. Спускаемся вниз тогда. Странно, действительно, то, что у меня не отмечается на карте, что мне уже к другому месту нужно идти. Так, бункер. Окей, погнали. Аккуратненько, никого не трогая, бежим тихонечко. Пробегаем эти залежи. Лола, это птицы? А, я не смог ее вынести. Так, ладно, вот бункер, как раз ночь наступает. И как раз я добежал, и, в принципе, все хорошо. Так, поехали. И Анжелика, привет. Так, нашел. Это просто замечательно. Мы, конечно, сомневались, что вы там выживете, но рады, что оказались неправы. Награду. Да, конечно. Ну, неплохо, чё. Спасибо. Что по новым заданиям? Так, кто бы сомневался, мы провели расчеты. Скоро скопление зомби окажется рядом с бункером. Нам необходимо что-то с этим сделать. Да, нужно, чтобы вы отправились к нашему бывшему сотруднику, Джеку Нортону, он хорошо разбирается в защитных сооружениях.
Так, ага. Все, собственно, на этом, наверное, ролик закончим. Пишите, пожалуйста, в комментарии, продолжать ли мне снимать эту игру. Она мне, в принципе, понравилась. Очень такая забавненькая. И плюс я немного поностальгировал по тому Зику зомби в городе, когда я давным-давно играл, когда я был со своей командой, с собакой, которую я там уж купил за донат. Ну, то есть было реально офигенно. И я могу здесь сохраниться. Ага, вот, все. На всякий случай. Сохранил я. Что-то загрузочка. И меню. Все. Теперь все отлично. Теперь могу спокойно выйти. Ладно, друзья, не забывайте подписываться на мой канал, ставьте лайки, пишите комментарии. Всем огромное спасибо за просмотр. Всем удачи и пока-пока.